Всем большой привет! Мы опять в дороге. У нас сегодня суббота, 28 марта. У нашего сыночка младшего день рождения. Исполнилось парню моему 9 лет. И мы сейчас направляемся в магазин. Надо подкупить продуктов. И заехать купить торт обязательно ребенку. Сегодня будем накрывать праздничный стол. Вот. Расскажу вам, что я готовлю, как я готовлю. В общем, влог о жизни, скажем так. Саш, поздоровайся. Привет. Вот не любит он, когда я его отвлекаю, и правильно не любит, потому что нельзя водителя отвлекать от дороги. Так, сейчас мы еще, нам нужно заехать и в банк, помимо магазинов. В общем, еще на почту мне нужно попасть, потому что пришло уведомление, мне должны прийти журналы. Ксюша. Не знаю, будет работать или нет. Очень. У нас, конечно, работает все. Буквально. Ну, вчера я была на коррекции, и девчата в парикмахерской говорят, арендодатель закрывает их вынужденно с понедельника. Но таких очень мало добросовестных, которые закрываются. Вот, например, мой супруг с понедельника должны бы, по идее, закрыться, но нет. Работодатель вызывает на работу. Короче говоря, президентский указ не указ. И это вот как раз из той оперы, когда рыба гниет с хвоста. Потому что я считаю, что государство предпринимает достаточно много мер сейчас. И вот обычный простой народ, у которых только деньги в глазах крутятся и больше ничего, под угрозой увольнения, под угрозой оставить без зарплаты за эту неделю, обязывают выходить на работу. Но я сказала так, если мы сидим втроем дома, я и дети, то ты работать тоже не будешь. И я не знаю, конечно, как это выльется. В любом случае, его, я уверена, что никто не уволит. Ну а если возникнет какой-то конфликт, значит, будем разговаривать совершенно по-другому и в другом русле. А так, конечно, в основном органы государственной власти закрыты, государственные учреждения закрыты, а мелкие ИПшники все работают. И это очень-очень плохо, на мой взгляд. Так, что еще я хотела вам рассказать? Вот пока мы едем, расскажу вам о последних новостях про нашего Аргона. Щенок, да, кто в курсе, что он у нас пропал? У нас нашелся очевидец, который рассказал нам такую историю, что в тот день он видел нашего Аргона перед калиткой. То есть все-таки щенок выбрался сам. И мы предполагаем, что единственное место, где он мог бы выйти, это под калиткой. Но там достаточно маленькое расстояние, как он туда пролез, но больше негде просто. Это единственное место. Значит, каким-то образом он сплюснулся и вылез. И вот заводчик, вот этот вот мужчина, который нам рассказывал, он тоже заводчик овчарок, и он гулял как раз рано утром со своей собакой и видел, что щенок сидел над калиткой. И он говорит, буквально, она говорит, этот щенок привязался за ними, говорит, я дошел с ним и со своей собакой до своего дома, говорит, взял велосипед. Привез, говорит, этого щенка обратно, посадил к калитке. Но, представляете, это было, скорее всего, очень рано, потому что мы уже на колесах в 7 утра были. Вот. И, говорит, только, говорит, я отъехал, и проезжающая машина темного цвета остановилась и забрала щенка. Так что вот такие вот новости. Главное, что он в хороших руках, скорее всего. Не будет никто брать тот, кому не нужна эта собака. Вот, мы немножечко успокоились. Ну, так значит так. Пусть от нас будет подарок этим людям, пусть охраняет их. Вот, спасибо вам большое за сопереживание. Много я получила комментариев, вы все меня поддерживали. Я, конечно, 2 дня просто была в состоянии полуобморочном, можно сказать так. Было очень много слез и у меня, и у детей, и муж мой ходил перевернутый. Ну, что делать? Так что главное, что мы знаем, что его никто из нашего двора не воровал. Это наша халатность, что мы не уследили за собакой. Действительно, вы правы были абсолютно. Надо было щенка держать первое время в доме. Но кто бы мог предположить такой исход? Да, вы абсолютно были правы, кто написал, что надо было держать. Ну, наша ошибка. Главное, мы теперь знаем, что по двору по-нашему никто не лазит. Вот, что вот такая, просто вот такое вот стечение обстоятельств.
Ладно, мы подъехали к банку. Сейчас снимем денежку и поедем дальше по магазинам. Заехали на почту. Почта работает. Получила письмо. Но открою уже дома. Один журнал будет предназначаться для моей мамы. Потому что это ее гордость. Вот. А моя благодарность ей, потому что когда-то в детстве она разглядела во мне мое увлечение, да, и сопутствовала тому, чтобы я развивалась в этом направлении. Так, ну что, едем дальше. Нахожусь в центре города. Все магазины закрытые, основные. Салоны связи закрыты, как бы продавцы на месте, но все на ключ закрыто. Так что мы даже не смогли оплатить кредит. Вот такая вот ситуация. Все закрыто. Сейчас пойдем пробьемся в Пятерочку. Там да должно быть открыто. Ну что, в Пятерочке кроме нас была еще одна женщина. Посетителей, покупателей нет. Товаров полно, за исключением мяса. Мы не нашли курицу вообще. Причем зашли даже рядом магазинчик фермерский. Ну, 33 курицы, он не фермерский. Вот. И он закрыт. Вот как весело. Едем за тортиком. А, еще надо кормка там заехать купить. Ну, будем надеяться, чтобы хотя бы ветеринарка будет открыта. Ну, что ж такое-то? Как-то все не очень хорошо. Народу очень мало. Машин тоже очень мало в городе. Все-таки, наверное, народ относится достаточно ответственно к сложившейся ситуации. И это, конечно, радует. Сколько здесь вкусного, смотрите. Красота какая. Чего только сейчас нет для выпечки. Все, что хочешь. Хорошо иметь собственника такого магазина в подружках, да, Надюшка? Да. И ночью заказы тортиков идут. Так. Тут еще очень много всего вкусного. А где наш тортик? Вот он. Вот он. Вот такой вот красавец. Вот такой. Вот. Ну, дома покажу потом, когда раскрою. Знаете, где народ весь сосредоточен? Возле банкоматов. Везде огромные очереди. Непонятно вообще, с чем связано, почему всем понадобилась наличка, а по магазинам никого. Короче, мы нашли чудом одну курицу, единственную маленькую, и 2 килограмма окорочков. Больше нет ничего. Все, мы сейчас направляемся уже домой. Время 11 часов, а у меня еще ничего не готово. Безобразие, так больше нельзя. Едем отмечать день рождения, да? Ну все, мы приехали домой, и я сразу поставлю сейчас в духовочку куриный рулет. Это не я готовила, он готовый, покупной, был у меня в морозилке, достала это так, на перекус. И будем заниматься уже основными горячими блюдами. Блюдо номер раз, мои дорогие. Я буду готовить кролика. Кролик домашний, его вырастил мой первый свекр. Мы с ним в прекрасных отношениях. Мой сын общается с бабушкой и с дедушкой. И мой любимый свекр угостил нас этим замечательным кроликом. Как я его готовлю? Я сейчас вам все расскажу. В общем так, друзья, начинаю ворожить. Для панировки кролика мне понадобится мука и соль. Я мясо не солила, оно у меня просто промытое. Вот соль я добавляю непосредственно в муку. Муки много, поэтому соли щедро. Хорошенечко перемешаю сейчас все это дело. И так, поставлю разогревать масло. Масло растительное на сковороде. Но мне также понадобится еще и масло сливочное. Обязательно, потому что кролик это диетическое мясо. Оно суховатое и... Хотя кролик у меня был жирный, но я максимально по возможности весь жир удалила. Потому что жир, он в кролике имеет аромат своеобразный. Вот. И я его всегда удаляю. Он жирок нагулял за зиму, поэтому мне он не нужен. Но масло сливочное кролик любит очень. Значит, я сейчас подожгла, у меня раскаливается масло. Вот он, мой кролик. Я не знаю вообще, что я снимаю, если честно. Видите вы меня или нет? Первым делом я кролика буду обжаривать. Сейчас я буду вот так вот панировать. Хорошенько, обильно.
Так, пока масло. Масло должно быть очень хорошо разогрето, для того, чтобы образовывалась сразу корочка. Вот так. Мясо кролика очень схоже с мясом курицы, именно по процессу приготовления. И по времени. Я вообще обожаю, если честно, кролика. Очень люблю. Сейчас запанирую, пока у меня разогревается. Так, сливочное масло я сразу не добавляю. Я его добавлю чуть позже. Уже когда... Ну, я вам расскажу и покажу, когда я его добавлю. Так. Хорошие такие кусочки, замечательные. Ну что там, масло? Еще недостаточно раскалилось. Сколько у меня? Штучек 5, наверное, кусков поместится на сковородку. Жарить, не пережарить. Так. Вторая сковорода у меня стоит на плите. Я сейчас параллельно буду готовить заправку для моего кролика. Тоже поставлю на разогрев. Масло у меня готово. И обжариваю с двух сторон. До румяной корочки, не до готовности. Так, а во вторую сковородку я отправляю лук. Он у меня порезан полукольцами. Лучок я обжариваю практически до готовности. Мне нужен также томат, но если нет томата, можно использовать свежие помидоры. Но так как они сейчас в данное время не сезон помидор, да, и они не имеют особого аромата, я не очень люблю использовать вот в такое время свежие помидоры. Так, все, у меня все обжаривается. Так, кролик у меня с одной стороны хорошенечко обжарился. Прям хорошая корочка. Так. И в этот момент я добавляю сливочное масло. Много его не нужно. Потому что оно еще потом будет добавляться. Это только первая партия жарится. Вот. Лучок еще обжаривается. И сейчас вторая сторона до такого же состояния обжарится. И я убираю в кастрюльку, буду тушить потом уже. Лучок у меня уже обжарился достаточно хорошо. И я туда вливаю томат. Вот, 700-граммовая банка. Туда же, через чеснокодавилку, я выдавливаю чесночок. Несколько зубочков. Ну, это на пожелание. Любите чеснок, значит, выдавливаете. Не любите, не выдавливаете. Мы очень любим чеснок. Чем больше, тем лучше во всех его проявлениях. Так. И сейчас у меня все это дело будет до готовности доводиться. Ну как до готовности? Томат готовый, лук практически готовый. Вот немножечко у меня он покипит, минуток 7-10, и я его выключу. Сюда же я отправляю пару листочков лавровых, потом я их выброшу оттуда, потому что они не нужны. И добавляю сразу сюда все специи, которые вы любите. У меня здесь чеснок с перцами. С разными. Так, и у меня есть копченая паприка. Тоже немножечко сюда ее отправлю. Во-первых, она цвет даст красивый, во-вторых, аромат. Ну, как говорится, на глаз. Примерно чайную ложку, наверное, сейчас. Вот так. Примерно чайная ложечка.
Потом единственное, что мне нужно будет уже конкретно на соль попробовать, уже перед полной готовностью, попробовать, достаточно ли соленая. И если что, подсолить. Так, все, продолжаю готовить. Обжаренного кролика поместила в кастрюльку. И сейчас я заливаю готовым заливкой. Масло масляное. Ну ничего, не кулинарный канал, да? Так. Вот лавровый лист. Еще один у меня где-то тут есть. А! Где-то еще один. Вот он. Убрала. Все. И добавляю немножечко кипяченой воды. Вот у меня кружка 300 миллилитров. Сейчас посмотрю, хватит или нет. Нет, мало, нужно еще. Зайчик, он еще подопустится, поэтому переливать тоже ни к чему. Все, достаточно. Две кружки воды. И ставлю на медленный огонь. Тушится минут примерно на 40. Наверное, так. А на второе горячее мы с вами приготовим горбушу. Я предварительно сняла филе с нее и замариновала в специях для рыбы, которые содержат в себе соль. Больше я солить и перчить не буду. И сейчас я займусь приготовлением заливки. Для заливки я возьму 3 яйца, сметану. Сколько здесь грамм? Ну, грамм 300-350, наверное. Она у меня уйдет вся. Так. Дальше я возьму майонез. Буквально немного. Где-то, наверное, четвертая часть от сметаны. Вот так. Выдавила чесночок. И сейчас добавлю укроп. Укропчик у меня, друзья, замороженный. Из моих запасов. Ну, ничего страшного. Так. И сейчас я это все дело хорошенечко перемешаю. Рыбку я отправила в противень на небольшое количество масла растительного. И сейчас я должна смазать хорошенечко соусом. Каждый кусочек. Все, смазала. Теперь я тоненькие нарезала ломтики картошки. Тоненькие, прям тонюсенькие. И улаживаю одна от одной на каждый кусочек. Не внахлёст. Внахлёст не нужно. Слой картошечки я слегка присолю, буквально чуть-чуть, и тоже покрою соусом. Так, где мой соус? Следующий слой у меня тоненько порезанные помидоры. Помидоры я солить не буду, иначе они дадут сок, они и так его дадут. Здесь я, наверное, много положила помидоров, потому что действительно будет очень много жидкости, которая мне не нужна. Ну и финальное действие, это, конечно же, сыр на терке. Засыпаем все это дело хорошенечко. И отправлю я это дело в духовку, предварительно разогретую, до 200 градусов. До румяной корочки. Рыба, она готовится очень быстро. Картошки тоненький, тончайший слой. Поэтому все это приготовится быстро. Потом скажу вам, сколько у меня ушло времени. Вот она, красавица, горбуша. Вы знаете, не так и много водички она отдала. Прям замечательно. 40 минут она у меня сидела в духовке. Я сначала поставила на 200 градусов, потом минут через 10 убавила до 180. Очень вкусный аромат, потрясающий. Все, мы к празднованию готовы. Это вот, кстати, тот самый рулет куриный. Кролик с картошечкой. Без оливье вообще ни один праздник не признаю. Мы его обожаем, готовы есть его вагонами.
горбуша. А это я сделала закусочные бутербродики. Обжарила хлебушек, натерла его чесноком. А сверху намазала шпроты, яйца на терке, майонез. Вот, да, больше ничего там. Перемешали все это дело, намазали на бутербродики. И сверху ломтик огурчика соленого. Ну, овощи. Все по-домашнему. Никаких изыств. Деток сейчас мы отделим на детский стол, ну а взрослые будут на взрослом столе. К нам приедут сейчас кумовья, крестный моего сына, моя кума, с которой я все говорю, познакомлю вас и никак не доводилась, Юля. Но если получится познакомить сегодня, то познакомлю. Посмотрим, кто в каком будет настроении. Наш раз чудесный тортик. Посмотрите, какая красота. Он внутри с орехами, абсолютно полностью шоколадный и с апельсинами. Вот, сейчас мы будем задувать свечи. Сыночек, готов? Готов. Загадал желание? Нет. Ну, загадывай скорей. Скорей загадывай. Ай, какая красота! Помашите в камеру ручкой. Да, это моя кума Юля. Давайте кричим ура, ура! Желание. С днем рождения! Ура! Давай, давай, давай еще раз! Скорее, сели, 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 пуха, кашу ешь! Ура! Вкусно? Угу. Приятного аппетита! Спасибо. А вкусно, что нужно 9 цветов? Да, радуга, настоящая радуга. А еще кто-нибудь из вас угадал, из чего сделана начинка? Орешка. Крем какой? Крем? Брюле. Нет? Кто-нибудь еще угадал? Апельсиновый. Ну, апельсин это начинка, а крем? Не знаю. А знаешь, что ты кушаешь, Слава? А крем-то на основе творога. Что, сразу стало невкусно? Вот так вот. Мама тебя обманула. Но тортик-то вкусный. Ну вот кушай с удовольствием, давай. А то желание не исполнится, если не доешь. Что воля, что неволя, все равно.